Более 8 тысяч коек развернуто для оказания помощи больным. Поначалу были развернуты койки в 28 больницах, однако из-за большого наплыва пациентов и нехватки мест за несколько дней увеличили количество коек в 69 медицинских организациях. Для удобства коечный фонд стали выделять по степени тяжести заболевания, определив места и для пациентов, переносящих его относительно легко, жизни которых ничего не угрожает, и для пациентов с тяжелым течением болезни, нуждающихся в постоянном наблюдении специалистов. Так, в детскую республиканскую больницу и на базу санатория «Энергетик» направляются пациенты после болезни на долечивание.